какой конкурент есть у этого автомобиля. Напишите в комментариях, какой есть конкурент за эти деньги у этого автомобиля. Хотел бы отметить еще саму систему зарядок Supercharger. Это феноменальная вообще система, что сделала Tesla. Никто ничего до сих пор, в 2025 году, ничего подобного не сделал. Tesla Supercharger – это единственные лучшие зарядки в мире, которые всегда работают раз. Очень быстрый заряд – это два, и не стоят дорого. Все другие зарядки на BMW X за 50-60 тысяч километров, сколько я на нем проехал, у меня дома не было зарядки. Мне было очень сложно заряжаться. Я заряжался на публичных зарядках, и они примерно в 50% всех попыток зарядки или были сломаны, или не работали, или невозможно было активировать зарядку по причине того, что нужно скачивать какое-то дурацкое приложение, привязывать его к карте, создавать аккаунт, всякие пароли. Вот это все каждый раз ты страдаешь при зарядке. Потому что зарядных станций много, открывают их разные фирмы. Каждая фирма делает свое какое-то дурацкое приложение или какой-то QR-код, который надо отсканировать, потом нужно регистрировать, потом нужно получить пароль на email. Ну, в общем, все вы знаете эту процедуру, как бы это какие-то страдания. Да, конечно, разобраться можно. Да, можно разобраться. Конечно, можно ездить. Я сам отъездил более 2 лет на BMW X. Отъездить можно.